хорошие. Приехали мы в Абу-Даби на экскурсию. Все, что будет интересно, буду снимать. Телефон трясется, потому что автобус никак не развернется. Рифма заговорила. Оставайтесь на моем канале. Думаю, будет интересно. Как раз таки вот там и Томбо есть. И такая вот у нас первая остановочка. Какая же была жизнь, когда нефти не было? Особенности вас поразят те фотографии, которые видите в музее. Набережная, которая впечатлит вас сегодня. И как она выглядела в конце, вот буквально 60-х годов, в начале. Ну и, конечно же, мир Абу-Даби уникален. Он спроектирован таким образом, что все улочки перпендикулярно упираются в 14,5-километровую набережную, которая вас, конечно же, очень сильно впечатлит и вам очень понравится. Также следующий фотостоп – это Манхэттен Ближнего Востока. Мы идем здесь и серии фильма «Форсаж» снимали. Мы узнаем, почему столицу называют Манхэттеном Ближнего Востока. Ну и, конечно же, мы запишем себя на фоне второго в мире по роскоши отеля «Эмиратс Пэлас». И даже увидим, где, раз отель у президента второй в мире по роскоши, то резиденция, где президент страны Шейх Халифа, который правит этой прекрасной страной за 4 года, самая роскошная в мире. Роскошнее, конечно же, не бывает. Ну и после этого мы, конечно же, с вами отправимся. Это будет поздний обед, ранний ужин, около где-то так в 5 часов. Ну и великая белая мечта первого президента страны Шейха Заида, человека, который сумел объединить все разрозненные княжества единой федерации 2 декабря 1971 году, у нас с вами будет, конечно же, вот ключевая достопримечательность, самая последняя. А вот такая мечта зародилась у первого президента. Он мечтал, чтобы в этой стране была такая мечеть, а самое главное, чтобы она была доступна для всех туристов, вне зависимости от их вероисповедания. Мечты свои, к сожалению, увидел, но первый камень достоинства мечты еще в 90-м году заложил при жизни. Через 10 лет мечеть достроили, открыли ее священный месяц Рамадан. Но в течение года туристы не могли видеть эту красоту, так как приезжали мусульмане со всего мира помолиться. Это действующая мечеть, это мощная энергетика верующих. А вот деревушка арабская, в которую нас привезли. Муж у меня позирует. Пойдем сейчас смотреть, что в деревушке. Привезли нас в деревушку, где жили местные жители. Музей. До того, как нашли нефть в своих Арабских Эмиратах. Идем смотреть что-нибудь интересное. Вот они, настоящие арабы, восковые. Эти украшения носили местные женщины. Такие они тяжелые. Как они их носили. Я вообще не представляю. А это ароматерапия, которую до сих пор арабы держат в секрете. Хитрые арабы. Посуда, из которой они ели. А это оружие, с которыми они нападали друг на друга. Ну, если кому интересно, снимаю. Воинственный народ. А это винтовки. Это наружат англичан, да? А вот пушка. Слушай, англичане всем их снабдили, да? Даже пушками. Вот такая красивая деревушка. Типа водоемчика. Мостик. На мосту меня сними. Я тебя снимаю на видео. Особо так ничего интересного нет. Лучше бы сразу. Ну, музей, это ну, старое вот это все. Чем похоже. Вся утварь на нашу казачью, кстати, чем-то похоже. А вот это лодка.
на которой арабы ныряли за жемчугом. Я вообще не представляю, как он в ней помещался, да, она крошечная совсем. А это еще меньше. Это просто вот такая макет. Ты думаешь, это макет? Конечно. А то еще испугался, для лилипутов, что ли, люстра прикольная. В общем, типа как казачьего куреня у нас, да? Смотрите, кто здесь живет. Главная достопримечательность. Заяц или кролик? Он травку ест. Хороший. Там еще ути есть. Под пальмой. Пока-пока, зайди. Это что-то древнего арабского фонтана. Людей, ребят, вообще опять тьма тьмущая, всяких национальностей. Вот какой интересный фонтанчик. Уточки сидят от жары, прячутся. Жалкие даже спят. Прикольно. А это сувениры, как всегда. Брелки. Все по завышенным ценам. Там дольше. Там дольше. Ну, в общем, везде все одно и то же включаю. И вот что мне еще больше понравилось. Наконец я видела, здесь хоть что-то цветет. Интересно, так льется вода. Даже не поймешь как. Но красиво. Ну, да, на этом заканчиваю экскурсию по-арабски. Идем на обед в отель Хилтон. Честно говоря, проголодалась. Сниму еду. Что-то нам так разрисовали, что так все как вкусно-вкусно. Ну, посмотрим. Оставайтесь на моем канале. На канале моем оставайтесь. Снимаю отель Хилтон. Смотрите, какие лампы. Как он шесть стоит? Мы с мужем, как всегда, отучились. Еще и суп привал. Всем приятного аппетита. Все. Нас переодели женщин в черное одеяние. Мы сейчас едем в мечеть шейха Заида. Это платочек я из дома взяла. Рукав. Вот видите, как должны ходить. Вот сейчас покажу. О, вот так должна закрыта рука быть. Какое счастье, что я не жена араба. А своего русского родного. Я бы не смогла ходить в таком черном. Кстати, не считается, черный цвет это самый красивый. Поэтому женщины ходят в черном цвете. Пока закрывается. Как я вам сверни показала, потом выйдет в виде арабской женщины. Нам еще выдали по черному платочку. Там. Здорово, да? Платки женщинам идут. Перед дамой буду носить платки. Шучу, конечно. Шучу. Как я вам пришли мы в мечеть? Шейха Заида. Нельзя фотографировать усыпальницу. Где усыпальница? Прямо вот так. Все, пойдемте покажем. Красота. Вот она мечеть. Знаменитая шейха Заида. 2 часа. Тут надо 4 часа ходить, не обойдешь ее. Видите, мы все в черном. Какая красота. Давай вместе со мной. Давай нас в проем.
какие минареты огромные. Идем разуваться, будем босиком. Бассейн с водой. Это для того, чтобы была всегда влага. Смотрите, как плиткой выложено красиво. Ищем комнату с ковром и с большой люстрой, с кристаллов Сваровски, где много-много молится мусульман. Все переоделись в черном, друг другу не узнаем, путаем. Муж мне сказал, вот так у тебя одежду надо носить, чтобы никто не смотрел. Хитренький, да? Не дождется. Ребята, посмотрите, какая красота. Люстра, но это не самая большая еще. Смотрите, как расписаны стены цветами, полы. И представляете, это все из мрамора. Это все из мрамора. Да слов нет, да, Раис? Очень красиво, очень. А это самая главная люстра, тоже с кристаллов Сваровских. Посмотрите, вот он ковер. С какой, Сереж, квадратуры ковер? 48 тонн весит. 48 тонн весит вот этот ковер. Сейчас я сниму. Ой, тут можно бесконечно снимать. Такое великолепие, такое богатство, ребята. А это часы. Показывают время на нескольких разных языках. Видите? Оп, а по-арабски. Оп. Еще что-то. Вот время разных стран. Да. Я как жати. Я как жати. Ну вот и закончилась наша экскурсия по Абу-Даби. Главное, здесь фаворит был мечеть шейха Заид, да? Мне понравилось. Ну, я здесь уже не первый раз, конечно. Все, на этом заканчиваю свой обзор. Не знаю, какой получится, долгий или нет. Пока-пока. А гости моего канала, подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. Подписчикам привет-привет. Скоро буду дома.